И всем привет! Вот мы вернулись в игру. У меня вот накопилось много мяса в холодильнике. Надо его скинуть, и пускай. Оно хорошо, когда протухает, сразу слаживается автоматически в кучку. Мне зима предстоит большая, так что надо будет готовиться к зиме. Эти, как и грелочки делать, там еще что-то вроде этого. В основном грелочки, конечно. Так, надо идти найти, искать новую курочку, но сначала надо дождаться, когда эта курочка заготовится. Точнее, говоря, лосик. Ну, неважно. Вижу сумку. Сумок очень мало стало в игре, я не знаю почему. Возможно, потому что много играю, ну, в смысле, там, дни большие из-за этого урезанный лут, не знаю. Ну, короче, лута очень и очень мало становится. Давай забираем хоть возики какие-то. Скрабик, отлично. Скраб мне нужен на починку оружия. Патроны давай. Пойдет. Берем вот это. Угу. 57 патронов на пистолет, неплохо. Тоже можно забрать. Сверху еще посмотрим, может дешево есть. Может тут ящик какой-то лежит, нет? Нету. Так, а курочки где? Обычно тут трутся куры. А сегодня нет. А сегодня вот нет курочек. Курочек. Дурочек, где это вы ходите? Это кто там? Миша, что ли? А чё это ты, Миша, вдруг сюда приперся? А во. Курочка увидела меня и пытается свинтить. Ах ты ж гадина. Побежала к волку. Ну ладно. Ничего не знаю. Мне нужна курица. Аф, говорит. Еще одна ягодка. Блин, Миш, ты прям так близко. Уходи, уходи. Во-во-во, мне тут это... Собаку сутулу надо покормить. В смысле, тумаками. По шляпе ей надавать. Не бьем. О, красавчик. Так, курочка, занимаешь свое место. Мишка, ты какого уровня там? Топор надо поставить. О, третьего. На черном фоне лучше видно. На темном. Так, лампочка мне тут не нужна. Это тоже не нужно. Уже светло. Ну и елочку пока выключим. Так. О, как раз. Это тебе. Палата. Не-не, это здесь не живет. Это. Не-не, это тоже здесь не живет. А вот это живет. Так. И патрончик. Во. 24 патрона есть. Ружье вот-вот сломается. Прям совсем сломается. Блин. Ладно, половину возьми. О, вот так. Так, две батарейки еще есть. Так, ну что ж. Это у нас есть. Я там полил. Где все надо поесть, да? Ой, курица, курица. А то потому что убежишь, она пропадет. Вот это хорошо. Вернее, лосятинка. Ну, неважно. Не хочет? Ну, тогда берем с собой яичницу. Что тут по дровам? Две штучки можно подкинуть. Нормально будет. Так, Мишка пускай трется здесь. Курочка пошла уже расти. Идемте. Я же обещал в прошлой серии, что пойду Мишку еще выкормлю. Который остался возле этой базы. Я не перезаходил, так что Мишка не должен был далеко уйти. Морковку отдашь. Семечку, отлично. Из одной семечки появятся три морковки. Это лучше, чем одна морковка. Ну, правда, перспектива выращивания, конечно, долгая.
У меня аж растет все естественным путем, без только полив и все. Так, это Миша. 4-го уровня. Который никому не нужен, бурый этот. Точнее, не бурый, этот черный. Так, берем. На куриный супчик. Точнее, помидорный. Для курей. Так, тут никого. А, вижу, он стоит. Следят. Но сначала надо найти Миш. О, ящик, отлично. И там, возможно, будут гвозди и скраб. Скраб есть и немножко гвоздей. Сколько там? 16 штучек. Можно что-то еще сделать, кстати говоря. Надо сначала Мишку найти. Рубануть дерево для начала. Не пошел там за мной никто? Нет. Как раз 3 доски будет. А надо 4, да? Да, надо на лестницу 4. Ну ничего страшного, сейчас сделаем. Так, давай. А, вон Мишка. Отлично. Это ж ты? Это ж он. 5-го уровня. Еще стрела. Так, сейчас еще одно дерево рубанем, чтобы у нас было на доску. Блин, показалось, что он за мной побежал. Ну нет. Так, кажись, погода портится. Так, еще одну доску. Вот, замечательно. Так, берем охотничка. Или сначала Мишку. Даже вот и не знаю. Наверное, все-таки охотничка, а потом Мишку. От охотничка проще убежать. Так, тот пошел сразу вниз. Так, этот взял ружье и пошел за мной. Пошли. Давай, давай, потихонечку. Выкормим Мишу на 10-й уровень и оставим его. Это все-таки хардкор. Тут должно быть все хардкорно. А, вот он. И Мишки должны быть тут хардкорные 10-го уровня. Ты идешь? Балбес. Ага, идет. Так, Миша, твой выход. Миша. Ага. Красавчик. Давай, давай. Где тут дурачок-охотничка? Ага, вон он. Молодец. Огурец. О. Так, Миша, Миша, заворачивай. Заворачивай. Отлично, беги. О, он сказал бу, это хорошо. Фига себе. Почему? А, потому что он его повредил. Плохо. Тихо ты. Не бушуй, Миша. Давай следующий. Так, я вижу скрабик. Что никто не будет возражать, если я его заберу. Давно дождя не было, и вот опять. Я же слышал, в смысле видел, тут был охотник. Жалко, что у третьей базы нет костра. Можно было бы у них пепел стырить. Где ты там? Лучок вижу. Давай заберем. Ага. Ой-ой. Беги. Ага. Это просто с базы стрелял. Этот пошел. Молодец. Давай, 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 давай. Дуй, дуй. К нам. О, как ты издалека заходишь, дружок. Где он там? Идет, не идет. Ага, вон он. Пошли, пошли, пошли. Идешь? Идет. Так, Миша, ты сумочку там случайно не забрал, не? Он еще даже мужичок валяется. О, патрончик-то хорошо. Ну, привет. А где горе? А, вон горе-охотник. Миша, 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 твой выход.
Мишанька! Давай, 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 Мишаня, ну! Ну, приближается он. Во, красавчик. Давай, давай, давай. Мы так не договаривались-то. Ладно, надо убежать чуть-чуть. Может, Мишка сейчас отстанет от него. Точнее говоря, от меня. Идет, все еще идет. Так, Миша потерял меня. Тут наглый гад. Почему-то не преследует меня. Я думал, он побежит, и медведь будет рядом с медведем пробегать. Тут его клац. За опу. Кусь-кусь. Так, Миша. Где охотник? Ой, блин, совсем близко. А, вот он. Эй, пс, дурилка. Я Мишу веду. Давай, пошли. Давай, Миша. Не выеживайся. Идем. Миша. Тут тебя... Это, ждут уже. Идешь? Идет. Ну-ка, ну-ка. Ну куда ты, охотник, идешь? Я тебе медведя веду, он, блин, смотри. Рванул, как будто бы... Меня тут и нет. Эй, пс! Турик! Давай, 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 давай. К Мишек, ближе, ближе, ближе. Женя, что ж ты побежал-то, а? Миша, что ж ты меня подводишь-то? Ага, ты такой. Ага. Блин, всю охоту наломал. Так, попробуем Мишку где-то застопорить возле камушка. Если получится, конечно. Получилось. Так, Миша здесь, а дед дурачок. Ладно, Миша, давай, вторая попытка. Или какая там уже? Ну, давай. Да что ж ты побежал-то, падла, а? Мы так не договаривались, Миша. Блин, ничего не слышно вообще. Попробуем. Попробуем сейчас опять его тут застопорить. Ну а что делать? Немножко отойдем. Чтобы он меня нас потерял совсем. И опять придется его как-то пытаться взять. Чтобы он... Но я слишком близко подошел к нему, блин. Мой косяк. Миша? Да, он уже за мной заинтересовался, потому что головой крутит. И так легко проверить, что он за тобой идет. Начинаешь со стороны в сторону ходить, и он башкой вращает. Так, я вижу сумочку. О, а вот дурачок. Мужичок-дурачок. Давай, Миша, 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 подходим, подходим. Ой, там еще один дурачок. Не, так вас много, это мне не надо. Мне надо один дурачок. Давай, давай. Надо зафрендить их. Блин, плохо получается. Далеко сильно, Миша. Ну, ничего страшного. Мы сейчас обведем его вокруг пальца. Ты только, главное, Миша, не беги. Ага, он меня уже потерял. Миша. Прекрати дурью маяться. Ага. Хорошо. Он меня снова унюхал. Да что ж ты там, блин, чигирями такими ходишь, инвалид. Ну ты посмотри на него. О. Кажись. Да что ж такое-то? Давай, 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 беги, беги, беги. Он слишком близко, медведь. Фух, какой-то слабочный этот охотник. Молодец. Ты сделал то, что... Давай, давай, жри, жри его. О, молодец, шестой уровень. Давай, следующий.
Все случилось даже лучше, чем я думал. Есть. Миша, на превьюшку. Красавчик, ухожу. Он, кажется, меня услышал. Наглость мою. Да? Нет. Пока Миша занят был, можно к нему подойти и сфоткать его. Мишка, молодец, 7-й уровень. Красавчик. 2 патрона. Здоровье у него уже так не кисло. 325 здоровья, обалдеть. Будет, когда он выздоровеет. Мишка, иди вперед еще. О, давай, давай, там ящик просто. Еще пару шажков вперед. Давай. Во. Ну, хотя бы так. Еще топай, 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 не останавливайся. Ну, еще вперед пройди. Да вперед. Вот жук хитрый. Еще и побежал. Ладно, тут есть хороший камушек, который себя зарекомендовал хорошо. Вот как-то так надо подойти. Ага. И резко раз за угол. И Миша, по идее, должен там остаться за углом. Но это не точно. Не, нормально, все. Пошли ящик заберем. Пора поесть. Я только вспомнил. О! Где там Мишка? Ага. Стоит обиженный в углу. Опять обманули. Кожа? Серьезно? В таком ящике? Что-то я не припомню, чтобы тут кожа была. Когда-нибудь. Так, ну ладно. Что у нас тут есть по гвоздям? Есть у нас еще и веревки. Так, подожди, по-моему, на эту лестницу не надо веревки, да? Нет. Тут как раз только и надо, что? Что доски, да, гвозди. В принципе, логично, знаешь, какой там надо вообще. Я вообще не знаю, зачем он веревки использует. В строительстве. Если там дерево и гвозди нужны. Че он досками, в смысле, веревками там делает, непонятно. О, еще один ящик, отлично. Так, доски, доски. Заказывай. Еще одну как раз лесенку поставим сейчас. Так, чем нас кормят в ящиках сегодня? Гвоздики и скраб, отлично. Я думаю, ружье вот-вот сломается, поэтому надо уже его ремонтировать. Жемчуга нету. 3 штуки, между прочим. Но это уже дома. Потому что у меня с собой жемчуга нет, а набрать его нереально. 3 штуки из в этой части карты. По крайней мере, у меня. Не знаю, как все пишут, что по 40 штук набирает. Хотя и говорит, на харде играет, не знаю. Это что там такое? А, травинка. Показалось, что тут возле дерева кто-то сидит. Давай, давай, топ-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 топ. А ты заказал лестницу, да? Только еще давай, ну заказывай. Как раз. Так. Отсюда что достанешь? Достанет. Только надо ее повернуть. Не так, а вот так вот. И как-то там ее надо прилепить. О! Теперь стенку надо выше поднять. Так. Пока не притянешь к себе, ничего не получится. Ить, ну, о, замечательно. Так, и следующее сделалось, вот хорошо.
Так, их только не падает. Только не падает, я прошу. Нет, здесь я не поставлю. Надо снизу это дело ставить. Угу. Вот сейчас точно навернусь. К себе поближе. И еще повыше. Да, блин. Ну, да ёшкин кот, надо снизу все-таки. Ой. Покоцался. Маленько. Так, стенки там есть? Есть, хорошо должно быть. Ой, а выше-то не поднимается? Ага. Блин, ну ты и поставил. Лучше бы не ставил. А может отсюда получится? Да, почему-то на все в исходное положение. Так, подтяни к себе. Чуть выше, еще к себе. Ну, давай, лепись. В чем проблема? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. О! Все срослось. Интересно, такой высоты достаточно или нет? А где база-то? Я не вижу отсюда, блин, из этих листьев. А вон она. Ну, довольно-таки высоковато. Думаю, что пару этажей надо еще как минимум вверх поставить. На всякий случай. Хуже-то не будет. Уж хуже точно не будет. Вот и все. И дождик вроде как прекратился. Ага, распогаживается. Вот хорошо. Постепенно будем строиться. Так, пошли сейчас ружье починим. Еще без ружья прям как-то совсем уж туговато. Ну что ж, мишку выкормили на 7 уровень, неплохо. В следующий раз можно будет еще покормить. Так, волчок почему-то здесь круги наматывает. И был по... Ух ты, я думал, показалось что-то в кустах. Нет, нифига. Нифига. Нифига не показалось. Вот и чё это вдруг? Грёбаный рыбак. Это бомж. Это бомж и рыбак. Так, у меня здоровья, кстати, не очень много. Это не есть хорошо. Надо поесть. Надо попить. Чтобы начал реген здоровью нормально идти. Слышь ты, бомжара. Ты где? Куда-то он пошел, он туда. По крайней мере, двигался в ту сторону. Ага. Слышь? Слышь, семки есть? А если найду? Ну, кореша уже бегут его. Ай. Давай, сваливай. Блин, слишком близко я подошел к ним. Это плохо. Тихо, ребятки. Чулерок. Ай, да стойте. Уходим. Ноги. Так, волк. Ящик. Наверное, они уже отстали, хотя я не уверен. Нифига они не отстали. Все еще бегут. А это значит, что вот теперь они должны были отстать. Ага, вот хорошо. Слышь, студент. Так, я успел там того забрать? Да, вроде успел. Там мишка ходит, голодный. Ну чё ты, эй, пс, я ж прям рядом с тобой. Ага. Давай. Эй, дурачок. Ну, шо-то какой ты. Ага, слышал. Молодец, пошли. Далеко, правда, идти, но... Ты ж ходить умеешь?
Вот иди. Где он там, вон. А я думал, мне показалось. Смотрю, в кустах вроде что-то мелькнуло. Думаю, в кустах, в этих камышах. Думаю, показалось. Камыш, думаю, зашевелился. А, нифига. Нифига, это не камыш был, это охотник. Рыболов, блин. Охотник-рыболов. Их осталось трое. Этих студентов. Сейчас будет двое. Ладно, потом мишку будем выкармливать. Пошли, пошли, давай. Ты очень долго идешь. Топай, топай, топай. Чудо в перьях. Миша там был. Так, надо отойти, а то сейчас на бугорок подойдет, а я его не вижу, то отсюда. Ага, вижу, вон вышел. Идешь? Идет. Давай чуть поближе еще подойди, вот. Будем сейчас искать мишаньку. Еще пускай чуть поближе подойдет, во. Так, ну а теперь дело за Мишей. Миша должен быть где-то здесь. Ой, еще один. Мы так не договаривались, ребята. Походу, меня в ловушку завели. Миша, ты где? Ну тут же был. Куда ты, гад, свинтил уже? Миша, помощь нужна твоя. Ну ты где он, а? Когда он нужен? Стоял тут обиженный возле камня. Куда он делся? Так, они уже отстали от меня, это хорошо. Так, это металл, это мы заберем. Походу, не все отстали еще. Да. Надо искать мишаньку. Где ты, мишанька? Мишка! Ёжики. Блин, нету его нифига. Обиделся и ушел. Надо ж такое. Надеюсь, он не исчез. Но не должен был, по идее. Просто куда-то ушел. Весь вопрос куда? Ну ладно. Че тут охотник туда пошел? Ну пошел ты и пошел. Ну что, на охоту пошел, что ли? Возможно, высматривает жертву. Так, он кого-то, походу, видел. Там волк, по-моему, ходил с той стороны. Можно, конечно, за ним понаблюдать немножко. Руки надо помыть, не забыть. А, вот же Мишка, ёшкин кот. Ты, я так решил, подумал, думаю, что ты на Мишку пошел охотиться, не? Нет, он передумал. Ну, мы ему сейчас поможем. Заинтересоваться Мишей. Я думаю, это тот Миша, которого, да. В смысле, ты пятый уровень? Это другой Миша. Ну ладно, все равно. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо. Надо было громче сделать, между прочим. Ай-яй-яй. Укусил собакин хвост. Да что за... Вот такие вот они танцы с медведями. Охотник, в принципе, не должен был исчезать, а вот Мишка он должен был пропасть. Ну и ладно, короче, пошли домой. А вот ружье надо ремонтить, потому что один выстрел у него только есть. И почему-то волк, блин, в урон не прошел по волку полностью. И он меня кусь. Кусь. И все. Сейчас домой прибежим, возьмем три жемчужины. Блин, три жемчужины.
Надо его, короче, обгрейживать полностью, чтобы кристаллы использовать. Мне жемчужины... Для меня уже эти вот кристаллы проще пойти по щеру нарубить, чем эти жемчужины искать. Плавать по всему озеру. Так, курочка. Ну ладно. Ой, руки, руки надо помыть, а то сейчас зараз, еще заразишься. Хворью. Проклятый. Давай. Ближе к воде. Уже чуть-чуть осталось. И еще чуть-чуть. И прям самую малость. Курочка первого уровня. Молодец. Опа. Нормалек. Так, тут у нас все хорошо. Давай, пережаривай металл. Аж 42 патрона. Генератор молчит. Стартуй. Так, где-то у нас тут был, да, масло? Давай половину скинь. Мне так много не надо. У меня тут еще есть. Так, жира сегодня нету, да? Тогда брикет бери. О, замечательно. Так, свет. Света и елочку. Елочка горит. Так. Что у нас тут? Для улучшения. 280 массы надо. 8 слитков. 8 слитков. На минуточку. Так, мне столько не хватало. Сейчас сделаем эти. Раз, два, три, четыре. И все. И медь кончилась. Так, это будет 5, 6, 7, 8 и 1 про запас. Во. Ну, так-то лучше. А то копится, копится. Надо как-то все потихоньку тратить. Так, это нам сюда. Это не здесь живет. Вот это здесь. О, отлично. Две штучки, говоришь? Блин. Еще одно все равно осталось лишнее. Ну ладно. Морковочка. Так, тут, кажется, что-то созрело, не? Да. Помидорки выросли. Ладно, их потом посажу. В смысле, соберу, посажу. С помидорами уже проблем нету. Так, опять металл. Так, кстати, ружье. Три жемчужинки как раз. О, есть контакт. Как новенькая стала. Так, а тебе что надо? Кроме цинка этого, по-моему, больше ничего. А, один скраб нужен. Ну, один скраб, я думаю, мы найдем. На следующий день. Так, в принципе, все. Надо что-то поесть, да? Да. Схрумать помидорку и выпить бутылочку ягодной компотика, в общем, выпить. Во! Замечательно. Так, все тут варится, жарится. Так, это заберем. О! Вот хорошо. Ну что ж, на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.